В этом ролике я покажу вам, как быстро достать провода из разъемов автомагнитол, ISO или Power Connector. Итак, правильнее было бы извлекать провода с пинами с помощью хитрого набора съемников. Кто захочет купить такое чудо, оставлю ссылку в описании. Но зачем нам ждать и покупать, когда мы, любители, сталкиваемся с этим крайне редко. Нам понадобится иголка, не слишком тонкая, и лучше, если она будет вот такая кривая. Тренироваться мы будем на фишке для магнитолы. Мне тут давеча принесли сгоревшую магнитолу и, собственно, ее испалили, потому что она была без фишки. В качестве разъема я взял Power Connector на 24 пина от блока питания компьютера и обрезал его по краям, оставив замок. Разъем подходит, но нужно поменять цвета пинов хотя бы на питании. Делается это просто. Вставляем иголку между корпусом и пином. Кончик иголки проталкиваем до фиксирующего усика пина. После чего иголочку проворачиваем и давим на этот усик так, чтобы он слегка согнулся внутрь. Теперь делаем то же самое с противоположной стороны. Усики загнули. Осталось вынять этот проводок. Готово. Если этот пин вы будете еще использовать, то возьмите иголочку и верните прежнюю форму этим усиком. Вот что у меня получилось в результате несложных манипуляций. Эти три провода идут на питание магнитолы, а эти к колонкам. Хозяин уже точно их не перепутает. О том, как правильно подключить автомагнитолу и как ее починить, если уже успели сжечь, я записал видео. Ссылки будут в конце этого ролика и в описании под видео. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписаться на канал.